Обеспечение безопасности граждан во время новогодних праздников. Полицейские и сотрудники ЧС работают в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». Подробности в следующем сюжете. Здравствуйте, инспектор по контролю оборота гражданского и служебного оружия, капитан полиции Кабуров. Так, в этом году у нас профилактическое оперативное мероприятие будет с 15 декабря по 22 декабря включительно. Фейерверки, хлопушки, петарды. В канун новогодних праздников североказахстанские полицейские и спасатели активизировали работу по предупреждению несчастных случаев и возгорания от пожароопасных предметов. С 15 декабря стражи правопорядка области работают в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». Ежедневно по области задействовано более 200 полицейских и сотрудников чрезвычайных ситуаций. Цель – выявление и пресечение фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. Создано 84 мобильные группы, которыми проводятся внезапные рейды по местам реализации несертифицированной пиротехники. Убедительная просьба нашим жителям Северо-Кавказской области, а также прибывших к нам гостей в эти ближайшие праздничные дни, чтобы они соблюдали правила безопасности обращения с пиротехническими средствами, а также приобретали только сертифицированные пиротехнические средства. Также были осторожны при обращении и не допускали к этим пиротехническим средствам несовершеннолетних детей. С начала операции по области выявлено 9 административных правонарушений. Изъято 192 единицы пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия. В городе Петропавловске функционируют две точки, в которых продается сертифицированная продукция. Это павильоны близ торговых домов по улице Карима Сутюшева и по улице Жумабаева. Все остальные возможные места продажи изделий без сертификатов будут проинспектированы рейдовыми группами. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» продлится до середины января. Мадина Нуркина при содействии пресс-службы департамента полиции.